Доброго времени суток зрителям, случайным гостям нашего канала. С вами Роси на канале Роли Гейм Онлайн. И сегодня мы начнем играть в игру под названием Black Mesa. Та же самая халва, в принципе. Но небольшой ремейк, то есть на движке Source обновление было текстур, AI и прочие херни. Я немножко пропустил, специально, нарочно пропустил начальную заставку, там, где мы долго едем на вагончике, смотрим по сторонам, как все устроено. Я думаю, в принципе, многие эту игру знают, поэтому я решил эту часть видео просто вырезать. Вот мы прибыли на вагончике, нас встретил охранник, говорит, чтобы мы прошли дальше. Если честно, бывает. Видимо, да. В общем, я в эту игру играл очень давно, еще в оригинальную версию, которая была на движке КС, или как он там, правильно, движок называется. И тогда я эту игру проходил, но это, правда, было очень давно. Доброе утро, я диспетчер. Чего? А, отстриг свой конский хвостик. Как-то он так склад-то по-полупокерски, по-пидорски, грубо говоря. Не знаю, зачем так озвучили. Так, аномальные материалы. Здравствуйте, мистер Фриман. У меня была куча сообщений для вас, но у нас упала система минут 20 назад. Угу. И я все еще пытаюсь найти файлы. Понятно. Еще один неудачный день. Хорошо. В камере тоже были какие-то проблемы, но думаю, уже все в порядке. Меня просили убедиться, что вы отправитесь туда сразу, как наденете защитный костюм. Угу, добренько. Так, исследование лаборатории аномальных материалов, разработка лаборатории, персонал, оборудование. Так, отправимся за оборудованием сейчас. Доброе утро, Фриман. Приветики. Но сейчас система защиты, кажется, работает. Ой, вы только посмотрите. Фриман все-таки соизволил появиться сегодня на работе. Похоже, кто-то проспорил мне обед. В чем проблема, пацаны, вообще не могу понять. Что там, кому-то что-то не нравится? Заткнись. Нормально все, ребятки? Поговорить с персоналом. Привет. Не хочешь со мной разговаривать. Так, стул, ты мне мешаешь. Я его сейчас прям выкатил. Хлопец, походу, проспорил. Так, ладно. Мне сюда нафиг не надо. Так, персонал. Может, в гардеробную пойдем? Своей научной карьерой я целиком обязан этому эксперименту. Ты думаешь, что простое его повторение принесет тебе признание? Ребята, у вас тут все хорошо? Да, пойду дальше, по своим делам займусь. Не курить в этой зоне. С добрым утром! Привет! Приветики. Проголодались, ничего не работает. О. Можешь получить доступ? Ой-ой-ой. Батюшки! Что за черт? Не знаю. Думаешь, сможешь починить заодно и торговый автомат, умник? По этому поводу все мозги прополощут. Лучше тебе стать атомом и расщепиться. Наверное, ты знаешь, что делаешь. Ох ты, Фриман заговорил. Нормально. Раньше до этого, кстати, он постоянно молчал. Так, только уполномоченный персонал. Почему мы все должны носить эти смехотворные галстуки? Да мне похер. Так. Фриман. Чик. И чё? Это я? Подождите, я хочу взять костюм, ребяточки, где мне взять костюм? Разве не здесь? Что, дать я бумагу? Взять предмет, бросить предмет, отпустить. Так, пойдет? Мне так нужна туалетная бумага. Ну, я тебе дал. Бери. Что тут вакантно? Так, все фигня, короче. Тут, я думаю, здесь точно нету костюма.
Вон он, мой костюмчик. Трум-пум-пум. Оп. Добро пожаловать в защитный скафандр Марк 4 для работы в особо опасных условиях. Опа, музончик заиграл. Хорошая музыка, но, конечно, мне что-то кажется слишком громко навала. Если что, извиняюсь. Зарядное устройство готово. Что-то маловато как-то. Даже очень. Так. Собственно, отсюда мы вышли. Бу. Думал еще раз сломать ему эту микроволновку, чтобы он знал, с кем связался. Так. Разработка аномальных материалов. Сюда, по идее. Пойдем сейчас разрабатывать. Проходите, сэр. Что-то в бинокль смотришь, дебил. Так. Опасно. 480 вольт. Рекламка. Мечтай, смотри в будущее. Не могу не согласиться. Поехали. Я, правда, не знаю, туда ли я вообще иду, но по логике вещей туда. Сейчас посмотрим. Очень так миленько, так все свежо, как по мне, по сравнению с оригиналом. Загрузка. Не знаю, надеюсь, будет интересно. И вы поставите мне целых хотя бы 5 лайков. Для меня это результат. Так. Вы засекли последние флуктуации? Не о чем беспокоиться. Да? Вы уверены? Я бы этому нигеру не верил. Так, комната управления, тестовая комната, клетки с плазмой, камеры ионизации. Ну и где я оставил ту схему процедуры отключения? Она появится. Нам стоит использовать остаточную фотонную энергию, чтобы обеспечить контроль резонанса. Дважды проверьте углы пластин Брюстера и убедитесь, что суперлюминесцентные диоды защищены от оптической обратной связи. Хорошо. Вот такие все умные. Так, проверка безопасности уровень 3. Так, ну тут у нас вижу все стабильно, ребятки. Пойдем дальше. Шалом, православные. Только что отправили образец в тестовую камеру. Мы разогнали антимасс-спектрометр до 105%. Братан, у тебя только что... Нам нужна большая разрешающая способность. Галстук рту был. Я очень озабочен тем, что мы провели решающие исследования сегодняшнего образца. Полагаю, получить его было невероятно сложно. Они ждут вас, Гордон, в тестовой камере. Отлично. Пойдем. Я отведу тебя вниз. Да я сам могу. Хотя давай свои очи ясные приложи. Лай был занят завершающей подготовкой для нового эксперимента. Приветствую, Лай. Доброе утро. Надеюсь, сегодня ты хорошо. Доброе утро, Лай. Гордон, доброе утро. Привет. Рад, что ты здесь. Все эти изменения в последнюю минуту. Это немного странно. О, ситуация критическая.
Да что за чертовщина происходит с нашим оборудованием? Оно изначально не должно было себя так повести. Ну, логично. Нет ничего, с чем бы мы не смогли справиться сами, Элай. Иди, Гордон. Мы будем через минуту. Ну, давайте. Посмотрим, как вы будете через минуту, ребятишки. Святой Беккерель, уровень радиации ну просто зашкаливает. Это совсем не похоже на тот успех, о котором я мечтал студентам. Как так? Я дважды кандидат наук и лауреат медали Эрстеда. Ну, выполняю работу, которая больше подошла к этому. Так, испытательная лаборатория. Вас все ищут. А вот и он. Так, давайте встали по местам. Отклонимся от стандартной процедуры анализа, Гордон. Да, но на это есть серьезные причины. Это редчайшая возможность. Это самый чистый образец из всех нами виден. И, возможно, самый нестабильный. Ну что вы, будем придерживаться стандартных процедур ведения. И все не будет знаю, хорошо. Как ты можешь так говорить? Хотя я признаю, что вероятность каскадного резонанса крайне мала. Я просто Гордону не могу... Гордону не нужно все это выслушивать. Он высоко квалифицированный специалист. Мы заверили администратора, что все будет в порядке. Да, ты прав, Гордон. Мы в тебе полностью уверены. Ладно, давай. Пора уже его впустить. Спасибо, господа. Спасибочки. Раз, два. Два, три. Проверка. Кажется, все в порядке. Ну, кажется, да. Хорошо, Гордон. Твой костюм должен обеспечить тебе комфорт в течение всего эксперимента. Образец будет доставлен тебе через пару мгновений. Теперь, если ты изволишь взобраться по лестнице и запустить роторы, мы сможем довести антимасс-спектрометр до 80% и удерживать, пока не прибудет контейнер. Очень хорошо. Дальше мы продолжим сами. Включение излучателей первого уровня через 3, 2, 1. Кажется, начинается предсказуемая фаза. Как-то так все выглядит. Страшно. Проблема, наверное. Но у меня тут небольшое отклонение от
Это, наверное, облэнерго выключает свет всем за неуплату коммуналки. Галюны. Вот такие вот дела, ребятки. Непредвиденные последствия. Так. Ран, Вася, ран. Так, что-то есть? Что забрать? Пестик какой-нибудь. Нема. Блин, ребятки, так громко, мне кажется. Я сейчас, может, сделаю немножко тише. Потому что, мне кажется, очень громко. Аудио, хотя общая громкость почти на низком. Давайте попробуем чуть-чуть еще убрать. Хотя нет, надо просто музыку чуть потише сделать. Так. Так, думаю, будет получше. Все мертвые хлопцы. Тише отсюда. Поехали куда-нибудь. Если бы точно поехали наверх. Я пытался предупредить их. Ой, ладно, нюни пораспускали. Не. Телефоны не работают. Не могу связаться ни с кем в комплексе. Выбирайся на поверхность. И сообщи кому-нибудь о том, что здесь произошло. Хорошо. Я не знаю, я что-то включил. Хаткраб. А ну, поди. Что там такого интересного? Тебе понадобится моя помощь. Уверен, остальные ученые тебе помогут. Да, давай, я согласен. Снимай костюм, пока не выберешься. Слышишь? Да понятно, открывай давай. Хорошо, что вы живые остались, пацаны. Так бы просто твою голову брать, подкладывать. Спасибо. От души в душу, душевненько. Ой-ой-ой. Внимание научному персоналу сектора С. Приступить к немедленной эвакуации. Прыжок с приседанием. Опа. Ай, ран, быстрей. Оп. Ничего не, да? Да. Пацаны, ну завязывайте, открывайте. Кусок мяса какого-то упал. Ладно, я мог что-то пропустить. Недопущенная форма. Понятно, откройте мне двери. Хорошо, я вернусь. Что я мог пропустить?
Тут ничего не выключается случайно, нет? Нет. Так, здесь что у нас? Внимание, нифига, нифига, нифига. Угроза биологического загрязнения в секторе B и C. О, хэдкраб прыгнул. Акела промахнулся, Акела промахнулся. Здесь тоже ничего нету. Но пополам кого-то расхерячило. Нет, это все хорошо, но почему оно не открывается? Мне кажется, надо что-то с этими лазерами делать, но я, если честно, не помню. Там явно, наверное, была какая-то задумка по поводу того, что можно использовать двойной прыжок, типа запрыгивать на контейнера. А, блядь, ну, дрочила, я извиняюсь, ребятки. Я бы все повключал, если честно, знаешь, как бы, беги, не паникуй, просто все отключай. Ребят, вы там застряли? Ага, понятненько. Лифт оборвался, но мы сможем пролезть по лестнице. Оп. Да ёлки. Или надо было вверх лезть, наверное. Ну да, я ж, блин. Полезем вверх. Внимание, недопущенные формы биологической... Загрузочка. 90 плюс хп у меня. Так, знаете, как у цыган цены на языке. Гордон? Гордон! Черт, как я рад тебя видеть! Что это вообще за твари, блин? И почему они в халатах ученых? Без понятия, братан. Ждем вас. Хорошо, я буду ждать здесь и помогать. Хорошо, я прикрою тебя. Ну, пошли. Прикрыватель. Чеку, док. Дома мне никто не поверит. Ты не доживешь до дома, братан. Так, ладно, взять сигнальный факел, нахрена во мне. И чё? Господи, это место в ужасном состоянии. Согласен. Короче, я их подпалил, давай, братан, работай. Опа. Гори. А сигнальный факел это прикольно. Извини, док. Ну так съебаться отсюда тогда. Я сам, у меня теперь есть эта хрень, я сам разберусь, ты мне не нужен больше, бестолковый ты. Бестолковый хлопец. Ну. Кто на новенького? Хоп, 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 хоп. Кто на новенького? Ну и не надо, ну и не надо. Все, вы знаете, у меня есть... Привет. Да не надо тратить патроны, хотя они у тебя бесконечные, наверное. Хотя они у тебя бесконечные. Так, факел отсюда возьмем. Блин, не помню, в той версии, ну, в оригинальной версии, была ли такая штука с факелами? Что-то его хоть убейте, не помню, ребят. Если кто-то помнит или знает, напишите, интересно. Я не заблудился, я тебя проверял. Так. Следующий. Мне кажется, если бы ты целился, было бы лучше. Факел уже, наверное, он себя исчерпал. Ух ты! Видели, как я ловко? А если я кину? Получил?
кто теперь крутой. Так, что тут у нас? Ага. Ага, факел вижу. Оп. Оп. А я замер. На, почитай книжку. Хорошо, попробуй выстрелить. Давай. Хорошо, что там было стекло. Ребятушки. Так, тебе нужно наверх. Я думаю, мне явно не сюда. А, хэдкраб вышел. Привет еще раз. Не сюда. Ладно, пока она стреляет. О! Это я понимаю уже поинтересней. Собственно, спасибо за отверстие в стене. О, я теперь могу уж так делать. Так, что там интересное передачу показывают? Что-то я не смог его отмудохать, хотя я на это рассчитывал. Ладно. Я тебя спалить хочу. Я хочу залезть сюда и разобраться, ладно. Открывайте. Оп. Так. Я помогу тебе. Жизьки. Жи есть. Что? Вот так. Опа, сработало. Загрузочка. Вы знаете, когда у меня появился лом, стало проще жить. Жить стало проще, жить стало заебись. Так. Там пацаны горят. Они в прямом смысле горят своей работой. Хочу туда подняться, можно? Так. Чё? Да заходи. Как хочешь. Так, ничего цикового нет, то есть интересного. Оп. Хорошо. Так, а выбраться теперь отсюда как? Ага. Понятно-то. Полетели вниз. Что-то пошло не по плану, наверное, да? Вынырнем тут. Ребята, дайте мне уже пистолет, ради бога. Ого! Чё, агрессивный? Не надо быть таким. Боже ты мой. С тобой все нормально? Ну иди сюда, разберемся. Так, что это у нас? Еще такого интересного здесь нет. Ага. Понятненько. Забирай вот это, пока побалуйся. А ты это забирай. Зачем ты на меня бочку обратно скинул? Я ж тебе подарил. Чебака. Нахер иди. Куда ты делась? Все. Отдыхай. Опасно. Че опасно-то? Я ж неустойчив. Точнее, я устойчив ко всей этой дряни температурной. Вроде как. А тут что? Нельзя ничего посмотреть.
Ладушки. Блин, дайте же черный пистолет мне. Думал, сейчас вентиль открою. И будет все проще. Ух ты, зараза такая. Слушайте, ребят, это было неожиданно, я испугался. Хорошо, что я не закричал, как маленькая девочка. А я мог. Сюда. Прыгай. Хорошо. Так, уровень подачи горячей воды, да? Ич. Все сразу открылось. Так, тут что? Есть что-то интересное для меня? Аптечечка. О, слава богу. Слушай, я знаю, где можно достать оружие. Где? Тут недалеко есть пост охраны. Возьми меня с собой, и я открою тебе дверь. Можно Пошли. Я присоединюсь? Можно. Можно все. Дружище. Пойдем, найдем пост охраны, оружие мне надо. Еще одна из этих. Где? Извини. Ага. Мы с этими тварями разбираемся быстро. Давай. Оп. Открывай. Пестик, гранатки. По сравнению с другими. Так, я бы, конечно. С меня хватит сегодня острых ощущений. Ну, сиди тогда дальше. Ой, я извиняюсь. Это была проверочка. Проверочка на вшивость. Так, там мы открыли. Там я был внизу. Ничего не открылось. Случайненько, нет? Не, случайненько ничего не открылось. А жаль. Я возлагал на это большие надежды. Я отсюда пришел. А что, теперь опять можно, да? Нет, уже крутить нельзя. Шарманку судьбы. Проснись, ты обосрался. ХПшечка. Сейчас выкину ваш стул к ебени матери. Откройте мне двери. Иди, разведай впереди. Ма, нормально. Что тут тебе разведывай впереди, если тут закрыто? И нифига не пробить. Так, ладно, я вернусь, мне не тяжело. Я могу бегать быстро. Вернусь, братушки. Ничего. Тоже ничего. Ладно. Так, отсюда я вылез, да? Ну, тут была та собака-барабака. А вот эти двери, кстати, с зеленым вроде не горели. Или горели? Вот так полегче. Я ж стрелок, блин, от бога. Самая быстрая рука на Диком Западе. Падла.
Я так вот галима стреляю, я не знаю, как я еще в контрол. Ну, в контрол-то понятно, что я роковал обычно. Ух ты. Да ну нафиг тебя. Нет, это небезопасно. Вы видели, что только что произошло? Привет, дружище. Хоп. Что тут? Пистолетик. И все. Как-то маловато. Понятненько. Это так. Так, пацаны, забирайте бочки. Так, кушай. Подожди. Кушай. Хотя. Так, это мне тоже не нужно. Попался. А ну плыви, плыви туда по течению. На, вот это не хочешь? Так-то. Интересно, от чего она отпала? От старости? Так, вентилятор. В любом случае нужно будет идти, я думаю. Поэтому мы сейчас сделаем вот так вот. Так. Есть. Знаете, я даже не знаю, это хорошо или плохо, что так получилось. Ну чех, кто крутой, дрянь. Так, все. Опа, что это? И ХП, и этот, это очень, вы знаете, это мне очень не нравится. Когда дают в таких играх, когда дают ХП и броню, это значит, ожидай какого-то пиздеца. На. Буду ходить с этим, скажите мне. С бочкой веселее, и не чувствуешь себя в безопасности. Ой. Надеюсь, эта лестница никому нужна не была. Хочу уехать отсюда. Нельзя. Ладно. Охрана. Конечно же, охрана закрыта. Со всех сторон. Так, ага. Вижу. Чик-чик-чик-чик-чик. Почему на скрине, интересно, не могу передвигаться? Было бы лучше. Это видео, наверное, получится обалдеть долгим. Вряд ли кто-то до этого момента досмотрит, но... Вдруг... Оп. Добрый вечер, ребятки. Что охрана, ни хрена нема. Только хэдкраб мертвый. Нифига, нифига. И нифига. Так, что тут какие-то кнопочки могу понажимать? Нет, не могу. Пустое зарядное устройство. Очень жаль. Чик. Все, все заработало. По идее, лифт тоже должен был заработать.
Да. Иху. Благо, что какой-то добрый мужчинка оставил ключи. Кстати, у меня есть 4 гранаты. Что за звуки? Хоп-хоп-хоп, кто на новенького? Ой. Ой-ой-ой. Ну вот, я, в принципе, спрашивал, кто на новенького. Вот они и повылазили. Хотя, вы знаете, вот так вот. Давайте. Вон, летят еще. Красавцы. Ты посмотри. Сколько вас тут будет? Ребята, успокойтесь. Я не хочу стрелять, я наблюдаю. Так, все, пошли вон. Вон пошли. Все. Желающих больше... А, нет, вот есть еще один. А я сейчас думаю, что это за звук такой противный. Вот эти дебилы на меня прыгали. Так, тут просто течет водичка, вот, хп-шечку возьмем. Есть такое дело. Так, 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 так. Не загораживать, не загораживать. Тут закрытенько. Обойму насыпали, нормально. Ага, понятно, что насыпали обойм. В смысле, ну серьезно, блин. Хорошо, что я вот голова просто умная немножко. Вот только то, что я поспешил, конечно, и умер. Не хотелось бы умирать, но... Очень долгие эпизоды. Господи, товарищ, если ты еще до этого момента досмотрел, я просто тебе памятник поставлю при жизни. Ой-ой-ой, открылась. Прикольно. Так. Заберу этот. Так, это я отсюда вышел, да? А можно еще... А внизу что там? Этот был? Ага, ну да, можно было, в принципе, так спуститься. Я думал, что на этой хрени можно спуститься. Ну, ну да ладушки. Ну да ладно, ну да ладно. Чик. Энергия бедна, 10%. Так. Тут что? Тут что? Тут что? Тут что? А чё, я не понял, что типа нельзя спускаться в это, да? В водичку. Можно типа утонуть? Да нет, нормально. А в чем проблема тогда? О, а мы сейчас попробуем... Сначала туда поплывем. Сейчас откроем какой-то краник, открутим, и она водичка опустится, мы сможем там ходить и радоваться жизни. Оп. Оп. Хапочечка у меня полная. А, даже никакой краник открывать не надо. Увидели, что происходит. Так, здесь что у нас? Подождите, хочу до конца пройти. Чисто. Закрыто. Ну ладно, не надо. Закрыто так закрыто. Нижний канал обслуживания. Хорошо. Обслужим потом в следующей жизни. Угу.
еще куда-то вышел. А тут, наверное, придется по контейнерам прыгать, да? Что-то мне так кажется. Так, тут все закрыто. Ну, конечно. Да, тут тоже. То есть по контейнерам уже надо начинать прыгать прямо сейчас, как я понимаю. Попробуем сначала на этот. Так, и теперь попрыгаем туда вниз. Ого. Так можно и перепрыгнуть, ребят. Вот так вот. Вот такой. Кто молодец, я молодец. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Все, дым. Я ж надеюсь, я тут не был. Блять, только не тебе, что я тут был. А, нет, не был. Спокойно. Братва, я не хочу стрелять, я наблюдаю. Так, вот эта обстрелянная хрень. А, была на той стороне, все нормально. Еще одна дрянь. Братва, не стреляйте друг друга. Поехали куда-нибудь. Когда уже закончится этот эпизод, господа? Я уже подустал, если честно. Не знаю, как вы, но я подустал. Офисы. Так, наверное, это уже новая глава началась, поэтому будем видео заканчивать. Я так уже затянул. Ребятки, всем спасибо. Если кто-то до этого момента дожил, но я думаю, это вряд ли. Всем спасибо, с вами был Росси. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк или дизлайк, напишите комментарий. Будем продолжать играть дальше. Всем пока.